Всем привет, с вами Чест. И сейчас мы идем разъебывать Нортриджскую изоляцию. Или изоляцию Нортриджа. Не знаю, как правильно. Главное, что нам нужно оружие в первую очередь. Берем аптечку. Еще не отобрали. Так, что тут у нас во второй? Да, я надеюсь, что идем разъебывать. Потому что в предыдущие 5 каток на финальном вертолете меня самого раз это самое разделывали, блин. Пух и прах. Куда-то я не туда побежал. Ладно. Заберем пистолетик другой. Заберем броник. Шлем нам. Я так предполагаю, даром не сдался. Потому что он спасает его аптечечки. Аптечечки — это хорошо. Аптечечки нам пригодятся. Так как мы идем в мотель. 15 патронов. Летим. Так, там уже наши товарищи навели суеты. Или по ним навели суеты. Попадаешь боту в башку, а он не сдыхает. Да как? Этот, сука, завис, блядь. Ладно, хер с тобой, давай возьмем. Птичку возьмем сюда. А это сюда. Так, ну, автоматическое оружие. Или хотя бы полуавтомат. Ну, дально... Блядь. Тоже дробашек. Нам надо зажим. Какой-нибудь зажим. Потому что меньше половины. Это 2 патрона. Это нам точно не нужно. Тут уже кто-то есть. Так. Быстренько. Быстренько. БПЗ-сочки. И эту херобору. Так, и погнали. Да не, погнали. Прямо по этажу. Так, нам надо нормальное оружие найти. Так, у нас гости. А у нас нет. Благо это боты. Благо это боты. Вот вектор. Вектор — это хорошо. Воу. Шо, блядь? Как оно ходит? Так, забираем полный магаз. Так, у тебя что? Вектор — это уже плюсик. Причем таки довольно нехеровый плюсик. Так, где у нас тут
самолет летит. Давай отметить. Ой, ёшкин грин. Нажимайся. А, ну правильно. 69 метров. Во двор, как обычно, упадет. Так, у нас тут гости. Так, разболтаемся, пока нас не ебанули. А, тут уже пусто. Ладно, не будем лутаться, пойдем ебнем кого-нибудь. Что ты, дебил, забрал ботовский шлем? Так, сейчас как по нам начнут шмалять. Вокруг миллиард шагов. Наши шаги справа. Ёпта, ещё ты пешил сраный интернет. Так. Люди, люди. Валим отсюда. Никого нет. Или поочковали, или проебали. Ну, кто-то топчется из ЧВКшников. Вот. Да, бота тут нормально навалило. Ёпта. Бля, два кровотёка. Где мои бинты? Бинтов хуй, да? Так, ищем бинты. Где второй? Сейчас мне тут будет вафля, если я бинты не найду. Шаги где-то здесь. Так, медицина, пойду за ней, как раз там шаги. Если что, кого-нибудь найдем, кого-нибудь убьем. Сейчас 55-й на ботов тратить. Да ну нахер. Ой-ой-ой. Эх, бра.
братан. К нам гости. Зашибок нашли эти. Нашли бинты. Где у нас тут? Ну, недалеко. У нас где-то в районе дамбы будет падать, да? Ладно. Кажется, у нас людишечки. Сейчас. Аптечечку. И вторую аптечку. Так. Вот он бегает, скорее всего. Пытается залутаться. Это бот. Боты нам не проблема, по факту. Так, где у нас? Здесь, да? На дамбе. Валим. Короче, отсюда. Точнее, не на дамбе, а рядом с дамбой. Так. Три патрона. И больше магазинов нет. Ну, да ладно. Бежим. Так, впереди стрельба. Они, скорее всего, бегут к этому. Или уже от него, или к нему. Да. Мы туда пока не пойдем. Они сами к нам придут. Бля, там не с кем воевать. Дробаш. Юмпик. Точнее, не юмпик, а МП-40. А тут они точно к нам придут. А, тут уже все даже залутано. Тогда надо к нам, к ним идти. Ёпта, шо его так дёргает? Чё его так дёргает? А? Интернет галимый? Ну, конечно, 200. 200. О, ЕК. М16. Открыть. Так, это сложим, это сюда закинем. Так. Разрядим патры. И тут разрядим. Так, у нас 6 минут до выхода, плюс-минус, да? Так. Это есть. Так, это есть, да?
Эти что там с кем-то воюют. Давай, зашьем все. Так, где у нас последний выход? Здесь. Отметим. Отметим. Ладно, погнали. Опять через мост. Ладно, на поездках. Аек. Водичка, водичка, вода. Куда ты еще попадаешь по мне? Так, это того, что я убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, надо валить, короче. Кругаля. Зашиваться. Так, ну по факту идти на выход. Так, 2 минуты до выхода. И что ты там отметил? Так, нас караулят, блядь, ребятушки. Я не думаю, что это бот. Да оттуда последние секунды он добежать не сможет. Там даже двое. Это боты. Так, минута до выхода. Так, ребята, надеюсь, залутали уже все, что могли. Да, чувак нас подкараулить решил. Давай, 7, 4. 0, до видзеня мы. Не знаю, как там.
напарники мои вышли, не вышли. Ну я точно съебался. Так, посмотрим, сколько я вынес. Так, как я побегал. Что я тут вынес? А, вынес я 96 тысяч. М4, эйс, броник, АК-102. Так, а убил я по факту. Что, одного только? Прикольно. Да. Ну да ладно. Спасибо за внимание. Всем пока.